Здравствуйте! Сегодня пятница, а это значит то, что в прямом эфире новогоднее шоу «Говорят дети». Тема «Новый год». Всем, кто любит праздник зимний, запах елки, скрип снежка, и когда морозец сильный, зарумянится щека. Всем, кто любит пляски, пенье и гирлянд веселый свет. Всем, кто ждал нас с нетерпеньем, всем друзьям моим привет! В этот зимний звездный вечер прочь уходит старый год. Новый год к нему навстречу, к нам с подарками идет. По волшебному пути в сказку можешь ты войти. Снова пахнет свежей смолкой, мы у елки собрались. Нарядилась наша елка, огоньки на ней зажглись. Игры, шутки, песни, пляски, ты там мелькают маски. Ты медведь, а я лиса, вот какие чудеса. Станем вместе в карават, здравствуй, здравствуй, Новый год. Как тебя мы рады, как тебя мы ждали, целый год ребята по тебе скучали. Что такое Новый год? Это когда можно украшать елку, Дед Мороз приходит, можно готовить разные вкуснятки. Я мечтаю быть принцессой, скоро праздник чудес. Новый год, моя мечта исполнится. Новым годом мама накрывает и делает большой стол, вот, и покупает нам много вкусняшек, немного газировки. И Новым годом приходит Дед Мороз и дает нам подарки хорошим детям. Самый главный на празднике Дед Мороз и Снегурочка. Они приносят подарки. Я шары на нашей елке и пушистые иголки. Дождик много, мир шары, да счастливые детворы. Новый год – это когда идет метелица, идет снег. Сугробы, падают новогодние снежинки разные, блестящие, как пушинки. Все люди украшивают окна, елки, домы. И еще ходят тудушки в гости. Едят вкусные конфеты. Новый год надо отмечать всей семьей. С папой, с мамой, с сестрой, с мацей. И еще на Новый год приходит Снегурочка с Дедом Морозом. Когда у меня был Новый год, то я увидел, что мне подарили целую кучу подарков. Купили еще такой светильник, который светит в темноте, когда идет папа, мама, котик или Янка, или я. И он светит, потому что у него есть 3 батарейки. Крышка закрывает специальные батарейки, чтобы они не вылетели. Хочу рассказать про Новый год и елку. Пришла зима. Выпал снег. Я решил, настроение праздничное. Я решил с мамой и папой нарядить елку. Очень с красивыми шарами, пищащим дождиком и зацветными огнями. Получилась наша елочка очень красивая. Новый год – это когда мама делает очень много красивых фотографий. Ты с мамой и с папой писал дедушке Морозу письмо.
я, но папа ещё кукольный домик и платье, как у принцессы. Когда Старый год уходит, а Новый приходит, и Дед Мороз дает подарки. Я загадала желание, чтобы моя была вместе со мной, моя семья, чтобы мы никогда не ссорились, хорошо общались, никогда-никогда не расставались, чтобы вместе этот чудный Новый год встречи, чтобы моя сестричка Ева, чтобы у моей сестрички была самая лучшая мама. Новый год в Иране празднуют 21 марта. Иранцы украшают свои дома брошенной пшеницей и чечевицей. Иранцы перед Новым годом занимаются генеральной уборкой и ходят по шопингам. И на праздничном столе обязательно должно быть праздничное блюдо из семи орехов. В Италии стараются на Новый год люди одевать красную одежду. В Новом году еще люди нельзя ходить под крышами, потому что люди, они выкидывают старые вещи. Еще у итальянцев есть примета, если они встретят старого человека, то год будет удачный. Если встретят ребенка или молодого человека, то год будет неудачный. Еще итальянцы прячут колокола на Новый год, когда Новый год наступает, открывают колокола из-под одеяла и выпускают салют. Китайцы отмечают праздники два раза. Один они встречают, как мы, и один близок к весне. И самое бьют их коронные пельмени, они к Новому году их лепят и Новым годом садятся и кусают их. И они повозят туда монету, куда, кому она попадется, тут будет удачей весь год. И им украшают улицы и дома красным цветом. Это их удовольствие и цвет. В Японии Новый год отмечают шумно и весело. Свои лепешки и длинную лапшу. И украшают свое жилище веточкой сосны, чтобы отпугнуть злых духов. Женщины и девочки одевают красивые кимоно, выпускают воздушных змеев, играют в разные настольные игры, запускают салюты. На Кубе нет Санты и Деда Мороза. У них есть три волшебника. Их Новый год называют краями. И их любимое блюдо – жареные бананы. Они вместо елки украшают пальмы и кактусы. Одевают новую одежду – красного и золотого цвета. Вокруг дома ходят с чемоданом. Самый популярный атрибут – это грабли. Каждый атрибут думает, что ими можно подгребать счастье. И в каждый Новый год можно в каждую минуту засмеяться. И это приносит удачу. На Новый год во всей планете наряжают елку, украшают окна, накрывают праздничный стол, зовут друг друга в гости и вечером запускают новогодние салюты. Я больше всего люблю просыпаться утром, смотреть под елку и забирать новогодние подарки. Есть такая страна Франция. Там Деда Мороза зовут Пернуэль. Он хочет по крышам
спускается в трубы, ложит бочиночки, подарки, послушаем детей.